Все происходящие события в данном видео не несут никакого вреда здоровью. Участники – опытные моржи и профессионалы своего дела. Всем приятного просмотра! Всем привет, друзья! Я Маша Маева, и это мое шоу «Моржиха». В этом шоу я проверяю на прочность и стойкость ваших любимых блогеров, и не только блогеров. Как вы поняли по названию, да, сегодня будет купаться у нас беременная в проруби. Это не кликбейт, ребята. Пожалуйста, не бомбите в комментариях, мы начинаем. Знакомьтесь, это Оля. Оля, привет. Привет, Маша. У меня к тебе пару вопросов, чтобы зрители вошли немного в курс дела и понимали, что у нас вообще происходит. Первый вопрос. Стаж моржевания. Чуть больше года, с ноября прошлого года. Сколько тебе лет? Мне 33. И самый интересный вопрос, который интересует просто всех, кто сейчас смотрит вот так вот, просто вылупив глаза. Какой у тебя срок и кого ты ждешь? Я жду дочку Алису. Алисе 37 недель, это 9 месяц, начало 9 месяца. 9 месяц. Нам осталось 3 недели до родов. 3 недели, ребята, вы представляете? И как часто ты моржуешь вот на протяжении беременности? Стараюсь каждые выходные с начала беременности. Ну, слушай, это достойно лайка. Друзья, если человек занимается этим давно, и он уверен в себе, то это не несет никакой опасности ребенку. Так что начнем купаться? Начнем купаться. Так, тогда я первая, а потом ты. Хорошо. Отлично. Первая я, пока что не беременная. Ну что, друзья, ноги не имеют, но я иду дальше. Давайте, считай до трех вместе со мной. Раз, два, три. Хорошо, выходим. И сейчас у нас будет купаться наша дорогая Олечка. Да, хочу передать привет маме Раисе Николаевне и спасибо ей за любовь и поддержку. Мама, я тебя люблю. Ой, как это мило. Раиса Николаевна? Мама, мы тебя любим. Все, давай. Алиса и Оля у нас пошли. Ой, хорошо. Вода попрохладнее, чем летом, да. Да, но терпимо. Вы видите это, друзья? Это просто... Это восторг. Красавица, Оля! Смотрите, просто это великолепно, друзья. Вот не каждый день можно видеть, как купается беременная в проруби. Олечка, давай, одевай тапочки и беги греться. Оля, мы чуть-чуть отогрелись, теперь пару вопросов. Первый вопрос. Как твой муж относится к тому, что ты делаешь? Муж не одобряет, но и не запрещает. То есть он тебя поддерживает? Он хоть меня поддерживает во всем. Он ходит иногда просто за компанию, он сам не любит купаться, хотя он может это делать. Он несколько раз нырял так очень смело, прям аж с места в карьер головой. Мы решили, что мы зайдем сейчас второй раз в прорубь уже вместе и с головой. Оля будет с головой купаться первый раз, так что давайте мы ее поддержим и уже пойдем купаться. Все, погнали? Погнали. Надевай обувь, сейчас почувствуешь, пойдет тепло, вот должно пойти тепло. Ну что, чувствуешь? Ну да, да, идет разогрев, кстати, да. И вот уже нет холода, как прям до дрожания. То есть, если перед тем, как мы купались, я дрожала, то у меня сейчас нет такой дрожи, и это как раз то время, когда надо спокойно дойти до домика и уже переодеться. Или если нет домика, то он начинает переодеваться уже сейчас, потому что дрожи реально нет. Ну, да, вот меня... слушай, отлично, да, прям. Да, прям хорошо. Считай, мы согрелись в проруби. Да? Короче, Оля, ждем уже тебя с Алисой через год в новом сезоне купаться в проруби. Да, я думаю, даже раньше, но Алиса будет зрителем. Пока зрителем, да. Ну, зрителем тоже хорошо. Все, всем пока. Друзья, на самом деле, правда, не бомбите в комментарии, потому что это очень важно. Лучше поддержите, напишите, какая Оля молодец и как это прекрасно. Реально, это не вредно. Если вы стоите в клубе моржей, вы прекрасно знаете то, что на самом деле очень много беременных, которые купаются в проруби. И очень много маленьких детишек, которые купаются в проруби. Так что поддержите Олю в комментариях, напишите, какая она молодец. Не ставьте большое количество дизлайков. Если вы бомбите, я, конечно, всем отвечу объективно. Ждите новые спецвыпуски. А на этом все. Всем пока!